Все в ком дыхание есть.
как ты ведешь, Боже, своей рукой, как ты совершаешь, Боже, как ты проводишь нас, Господь, через все сложности, Боже, и твой свет, твой огонь, Господь, он освещает наш путь. Мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя, Господь, аллилуйя. Боже, мы благодарим тебя за эту чудную хануку, Господь, за этот праздник чудес, Боже, который ты дал своему народу, и ты хочешь, чтобы церковь твоя, Боже, славила тебя в эти дни, Господь, вместе со всеми братьями и сестрами, Господь, со всех народов, Боже, мы благодарим тебя. Благодарим тебя за чудный огонь твой. Аллилуйя. Аллилуйя, Боже. Аллилуйя. Мы благодарим за эту церковь примирения, Господь, которая открыта, Боже, которая открыта, Господь, чтобы славить тебя, чтобы благословлять Израиль, Господь, благословлять тебя, Бога Израиля, Боже. Благодарим тебя, Отец. Пусть твой огонь наполняет нас, ведет нас. Ha ha ha!
Мы тобой не забыты.
Твоем сутвии, Господь, и мир Тебе, Господь.
Твоя любовь.
всякий мастер. Хвалайся. Боже. Yeah.
дальше Господа, хочется говорить о Его свете, о Его благости. И записано в первом послании Иоанна такой стих, 1 глава, 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Никакой тьмы нету в Боге, Он наполняет нас светом, Он сотворил свой свет, Он призывает, чтобы мы светили этому миру и светили и согревали. Потому что огонь, он согревает, он очищает. И вот эти прекрасные символы, которые есть у нас, когда мы зажигаем эту ханукальную менору, мы должны вспоминать о этом огне. Мы должны загораться от Господа. И знаете, есть такая мысль, такая фраза, что даже маленький свет, он гасит любую тьму, он гасит большую тьму, он просветляет большую тьму. Даже маленького света, даже одной маленькой свечки достаточно, чтобы зажечь других, чтобы зажглись другие. И всем вам, наверное, известно, что мы зажигали первую свечу, это шамаш, это служка, это символ нашего Господа Иисуса, Мессии, Иешуа, и от Него мы зажигаем все остальные. Только от Него мы можем зажечь. Интересно написано в Евангелии от Иоанна, единственное место о Хануке. Позвольте, я прочитаю этот фрагмент, это 10 глава Иоанна, с 22 стиха написано: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал Ему: я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никого, никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Аминь. Аминь. «Я и Отец одно». Дорогие, вот эту прекрасную истину Господь Иисус нам открывает в этот праздник. Мы читаем, что настала зима, и в Иерусалиме был праздник обновления. Обновление – это и есть Ханука. По-другому еще это слово нам известно как освящение, обновление, очищение. Мы, согласитесь, постоянно нуждаемся в этом. Это процесс циклический, это как дыхание. Когда Господь вдохнул в нас однажды свой дух, мы нуждаемся в этом дыхании постоянно, ежесекундно. Даже когда мы спим, даже что бы мы ни делали, согласитесь, нам надо это дыхание. Так же и наше обновление, наше внутреннего нашего человека надо постоянно очищать, дорогие. И только Божье Слово, только свет Божьего Слова помогает нам самим освещаться и светить с другим. Самим зажигаться и делиться этим теплом, этим огнем, огнем любви с другими. Аминь. 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 Бог благ, мы славим Его, и я верю, что особое помазание есть в эти события, в эти праздники, праздники библейские, и многие сегодня молятся в Израиле, по всему миру, в мессианских общинах молятся, чтобы Бог делал свои чудеса, чтобы Бог давал исцеление. Те, кто не может иметь деток, очень много, десятки, я знаю десятки свидетельств, когда Бог именно в этот канун дает новую жизнь, дает дыхание жизни, и потому что Он Бог, творящий чудеса. Он, знаете, есть что-то в этом в установленных временах Господом, или когда народ соглашается, есть особая сила, высвобождается духовная, особая Божья сила. Мы имеем каждый день доступ к Господу, дорогие, но в эти праздничные времена, когда, я не знаю, тысячи, возможно, миллионы людей молятся, взывают Господу, Бог по-особому отвечает. И пусть Божье благословение будет над всеми вами, пусть просто Его присутствие будет в эти дни и распространяется дальше.
Аллилуйя, аллилуйя. Мы хотим дальше славить и поклоняться нашему Господу. И пусть Он будет нашей ханукой, нашим светом во всей дни нашей жизни. Аллилуйя. Будьте благословены. Аллилуйя. Аллилуйя. Будьте поклоняться. Аллилуйя. Аллилуйя. Сотворение взывает к Тебе, потому что Ты свят, Господь, Ты свят, Ты свят. Вся земля полна славы Твоей, Господь, и мы вместе с ангелами, Господь, у престола Твоего, восклоняя наши сердца, восклоняя наши колени, Бог, перед Тобой, Отец, чтобы поклоняться, чтобы петь, чтобы славить, чтобы говорить, что Ты свят, и Ты достоин всей хвалы, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Только.
Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Дух Святой. Слава Тебе. Аллилуйя. 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 Yeah.
Господь. Мы пред Тобою, Господь. Мы пред Тобою, Господь. Наши сердца открыты. Твоей любви, Господь. Твоей благодати. Слава Тебе. Господь, и мы сейчас, Господь, мы ищем Тебя. Слава Тебе. Ибо написано, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Ты близко сейчас. И мы ищем Тебя, Господь. И мы ждем Тебя. Здесь, на этом месте. О, слава Тебе, аллилуйя. Аллилуйя, Господь. О, наполнен нас, Господь. Силою Твоею, Господь. Любовью, аллилуйя. Слава Тебе. Аллилуйя. Oh, 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 oh
дорогие. Аллилуйя. Мы передаем большой привет от всей нашей команды в Одессу. Хакамука. Самеа. Счастливой Хануки, дорогие. Благословений. Пусть просто Божий шалом наполняет вас и нас. И до новых встреч.